Дорогие друзья, для всех, кто родился и вырос в Твери, наш город самый лучший. С каждым годом у нас появляется все больше красивых, благоустроенных мест. Подводя итоги 2018 года, мне приятно отметить, что нам удалось преобразить пойму Тьмаки и сквер в микрорайоне Юность, навести порядок в парке Победы и благоустроить аллею Славы Мамулина, создать условия для отдыха горожан на бульварах Радищева и Цанова и здесь, на этом замечательном катке на площади Славы. Уверен, что впереди у нас еще немало новых достижений. Следующие годы пройдут в нашей стране под знаком реализации национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации. И Тверь, конечно же, не останется в стороне от этой работы. При поддержке нашего губернатора Игоря Михайловича Рудения мы будем приводить в порядок дорожную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить новые социальные объекты, организовывать мероприятия федерального уровня. Результат всех этих больших проектов зависит от каждого из нас. И не сомневаюсь, трудолюбие и сила характера всех тверетян станут залогом успеха. Новый год – это особенный праздник, который любят и взрослые, и дети. Загадывая желания под бой курантов, мы искренне надеемся, что они непременно сбудутся, а Новый год будет лучше уходящего и принесет с собой только хорошее. Желаю вам всем в новом году крепкого здоровья, счастья, любви, отличного настроения, чтобы вас согревала душевная теплота родных и близких, чтобы осуществились все намеченные планы. Здоровья, благополучия и успехов вам и вашим близким.